Выполним базовую настройку интернет-центра Zyxel Kinetic Giga. Это можно сделать двумя способами. С помощью программы Zyxel NetFriend, которая идет на диске в комплекте с устройством, или же с помощью веб-интерфейса. Мы выбираем второй вариант и в браузере вводим IP-адрес устройства по умолчанию 192.168.1.1. Система запрашивает логин и пароль. По умолчанию это админ и пароль 1234. Данная информация написана на корпусе устройства снизу. После успешной авторизации мы попадаем на веб-интерфейс устройства. Как видим, интерфейс локализирован и вся информация представлена на русском языке. На странице системного мониторинга отображаются текущие настройки и состояние роутера. Здесь мы можем посмотреть состояние WAN-интерфейса, полученный IP-адрес, шлюз, объем переданной информации, адрес DNS сервера, настройки локальной сети, такие как IP-адрес, маска, DHCP, состояние включен, выключен и пул адресов DHCP сервера. Настройки и состояние системы. Тут нам важны будут два параметра. Это режим работы и версия программного обеспечения. В разделе «Беспроводная сеть» мы видим, что по умолчанию беспроводная сеть на маршрутизаторе включена и открыта. То есть защита стоит «нет». Защита отсутствует, и это необходимо будет в будущем изменить. Ниже видим информацию о нашем USB-накопителе, подключенном к USB-порту. Формат, емкость, занято, свободно. Вот. И также можем его с интерфейса отключить. Теперь выполним несколько настроек интернет-центра для полноценной и безопасной работы. В первую очередь обновим микропрограмму, так как текущая версия не самая последняя. Для этого переходим в закладку «Микропрограмма», указываем место, где хранится ранее скачанная прошивка, нажимаем «Обновить» и ожидаем окончания обновления. Актуальные микропрограммы для данного устройства вы можете скачать на официальном сайте zyxel.ru, либо же на форуме zyxel.net.ua. На странице мониторинга проверяем версию и видим, что микропрограмма успешно обновлена. V1.0.USD1.D0. Если вы получаете интернет не по Ethernet кабелю, а через Wi-Fi или 3G модем, перед началом работы необходимо изменить режим работы. Для этого переходим в систему, выбираем закладочку «Режим работы». Здесь у нас есть варианты по выделенной линии Ethernet, через внешний USB модем 3G, через внешний USB модем 4G IOTA и по беспроводной сети Wi-Fi. В нашем случае мы оставляем настройки, используемые по умолчанию, по выделенной линии Ethernet. Теперь перейдем к настройкам WAN интерфейса. Тут мы можем задать режим получения IP-адреса автоматически, ручной или без IP-адреса. Если провайдер использует аутентификацию, на странице авторизация выбираем нужный протокол и вводим полученные от провайдера данные. Например, для PPUE это будет имя пользователя и пароль. В нашем случае мы оставляем «не требуется». Дальше перейдем к настройке беспроводного соединения. На странице соединения мы можем отключить беспроводную сеть. Стоит отметить, что в Kinetic Giga выключатель беспроводной сети есть и на корпусе, что позволяет, не заходя на устройство, включать или выключать Wi-Fi. Можем назначить имя сети и скрыть сеть, что рекомендуется сделать, если вы не собираетесь предоставлять гостевой доступ. Это немного усложнит подключение, но сделает вашу сеть менее уязвимой. И ниже мы видим еще одну особенность этой модели – это возможность уменьшения мощности сигнала. Далее переходим на закладку «Безопасность». Как мы ранее говорили, по умолчанию стоит «Не использовать проверку подлинности». Мы же изменяем на систему авторизации VPA PSK, VPA 2 PSK. Вводим ключ
Нажимаем «Применить». И получаем зашифрованную безопасную сеть. Так как сеть мы сделали скрытой, то на клиентском устройстве при подключении необходимо будет ввести название сети и ключ. В разделе USB приложения мы настраиваем устройство, подключенное к USB портам нашего Kinetic. В данном случае это флешка, которую мы сделаем доступной в нашей сети. Нашу настройку мы завершаем сохранением конфигурации на случай, если возникнет необходимость сбросить роутер в заводские настройки. Все, настройка интернет-центра закончена.